С утра начинается гонка. У многих людей трудный путь. Наземка, подземка, наземка. С него нам никак не свернуть. С утра начинается гонка. Опять на работу вставать. На кухне, на ванне, на кухне. Водою лицо обливать. И вот бы еще где-то часик в кровати своей полежать. Но нету таких полномочий, приходится быстро бежать. И вот бы еще чашку чая, неспешно поесть бутерброд. Но транспорт уходит, мигая, в него устремился народ. И вот бы еще поцелуя от близких людей получить. Здесь к транспорту я не ревную. Не сможет он нас разлучить. С утра настроение в норме. Работа нас манит к себе. И вот уже в фирменной форме шагаем навстречу судьбе. С утра настроение в норме. Работа нас манит к себе. И вот уже в фирменной форме шагаем навстречу судьбе. Спасибо огромное.